в отдельных домах были закуплены стояки, и сейчас все Балаково с теплом. А причина одна, ее признал ТПС. Плохая гидро. Вот они этим занимались полтора суток. А до этого? Нет, понимаете ситуацию? Ну давайте сразу. С 1 по 3 Балаково запустилось в полном объеме. Шикарно запустилось. За 3,5 суток такого не было никогда в Балаково. И они были все с теплом, мне было жалко. 27-28 ноября, октября, две аварии на 800-ке, и вот отсюда пошли проблемы. Почему упустили генерального, пока непонятно. Как я уже говорил ранее, и сейчас еще раз повторю, сейчас мы до конца разбираемся с тем, что происходит, проведу межлет, выявим все проблемные точки, почему, от чего и как могло получиться так, что гидравлика была не в режиме, ну и вам всем сообщу. Балаково сейчас тепло. По Хвалынску, он вчера объявил ЧС, значит, сегодня туда выехал Руслан, с утра снял отсюда министра, чтобы он разбирался, потому что либо я, либо министр, но вдвоем ездить нет смысла. Сейчас 13:30 этот вопрос подниму на ЧС, к ЧС провожу, рассмотрим все вопросы, и в том числе это. Но я думаю, что в течение максимум 3 дней мы в Хвалынске все сделаем. Ребята, да.